Открытый диалог о будущем страны. Во Дворце Республики проходит 5-е Всебелорусское народное собрание. Делегатам предстоит определить векторы дальнейшего развития государства. Главная цель – повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. В начале форума перед делегатами выступил президент Александр Лукашенко. Глава государства обратил внимание присутствующих на то, что Беларусь выполнила ключевые задачи прошлой пятилетки. Удалось сохранить политическую стабильность, устойчивость экономики и социальную защиту населения. Сейчас главное определиться с новыми целями. Как заявил глава государства, ломки сложившейся в Беларуси политической системы не будет. Все ресурсы необходимо сконцентрировать на ключевых приоритетах – инвестициях, занятости, экспорте, информатизации и молодежной политике. В проекте программы социально-экономического развития страны 16-20 запланирован прирост ВВП, производительности труда и инвестиций на 12-15%. Эти цифры белорусский лидер назвал реальными. В целом необходимо перейти к экономике знаний и развивать инновационное производство. Экспортная стратегия остается прежней. Треть продукции должна приходиться на страны ЕС, еще треть на рынок Евросоюза, оставшиеся на страны дальней дуги. Президент призвал активнее налаживать торговые отношения со странами Латинской Америки. Доклад главы государства длился более 2 часов.